30 мальчикам и девочкам, которые борются с тяжелыми заболеваниями, поверить в новогоднее чудо и исполнить их самые заветные желания помогли молодежь БРСМ, а также предприятия и организации города. Машинки, самокаты и колонки Алиса, импровизированные Деды Морозы сделали так, чтобы праздничное настроение читалось на всех детских лицах. Роль волшебников примерили работники различных коллективов предприятий. Достаточно было просто открыть свои сердца и сделать шаг навстречу детским мечтам. Такие акции показывают, что наша молодежь, наши привычные организации любят доброту, любят помогать людям. И я уверен, что если такие добрые моменты будут продолжаться, в нашей стране все будет хорошо. Поэтому я хотел бы выразить огромное спасибо всем организациям, кто принял участие в этом акции, и деткам, конечно же, и их родителям, терпения, здоровья, чтобы этим особенным деткам всегда светило солнце, чтобы у них все получалось, чтобы их нежелания, которые они загадали на новогоднюю ночь и вообще в жизни, всегда сбывались. На протяжении многих лет сотрудники и работники Управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области и Брестского межрайонного отдела Государственного комитета принимают участие в благотворительном проекте «Елка желаний». Здорово, что благодаря организаторам данной акции, областному комитету БРСМ, тепло новогодних праздников сохраняется до самого старого Нового года. Когда болеют дети, это всегда больно и страшно. Нам, взрослым, в такие моменты всегда хочется сделать все возможное, чтобы дети снова улыбались и не чувствовали боль. Мы, к сожалению, не волшебники, но в наших силах доставить радость и подарить положительные эмоции. Поддержать ребят, помочь им поверить в чудо и, самое главное, дать им шанс почувствовать теплоту сердец других людей. Таков посыл большого проекта «Елка желаний». И пусть этот вклад в важное благотворительное дело станет основой других важных инициатив. Брестская областная организация «Освод» очень приятно участвовать в акции «Елка желаний», так как можем внести свой вклад детям, которые получают подарки к Новому году, которые ждут Новый год. И вот целый год они ждут и получают эти подарки. Областная организация «Освод», она не только спасает людей на воде, но и приносит радость. Большинство деток с ограниченными возможностями из-за тяжести заболевания редко выходят за пределы дома. И чтобы хоть как-то расширить свой круг общения, они просят подарить им новый смартфон, развивающий планшет или говорящую колонку Алиса. В списке предпочтений также санки на колесах, конструктор, тренажеры для рук и ног и другие новогодние желания. Нам очень приятно, что мы попали на такое мероприятие, как «Елка желаний». Очень волнительно участвовать в разных мероприятиях, когда не забывают деток с особенностями развития. Это всегда как бы очень нежданно и очень приятно, когда детки могут выразить свое желание и загадать какой-то подарок Деду Морозу, который, допустим, многие конфетные подарки вручают родственники, какие-то друзья, знакомые. И когда Белорусский союз молодежи может оказать такую помощь в осуществлении хотя бы небольшой мечты для таких деток. Музыкальные номера и выступления сказочных персонажей не могли оставить детей и их родителей равнодушными. Во время мероприятия все активно подпевали и аплодировали, что создало в центре теплую атмосферу праздника.